Добро пожаловать в удивительный мир рисования. Этот видеомастер-класс посвящен древневосточной технике рисования на воде эбру, что в переводе означает «облако». Каждая капля, которая попадает в воду, растекается в круг, который можно преобразовать в абсолютно желаемую форму. Эбру в большей мере искусство абстракции. Вы можете получить красивое, завораживающее изображение, даже если вы никогда не рисовали. Техника рисования эбру не имеет возрастных ограничений и также специально художественного образования. Рисование на воде дает вам возможность реализоваться в творческой сфере, почувствовать себя художником и получить настоящее удовлетворение от искусства. Картины всегда получаются необычными, и каждое движение шилом, гребнем создает неповторимый образ. Рисование эбру как искусство доставит вам удовольствие, вы можете фантазировать без границ. И сейчас, уважаемые зрители, я вам расскажу о тех материалах, которые входят в технику эбру. В первую очередь, это традиционная кисть ветви розы 30 сантиметров и на кончике конский волос. Далее идут у нас шила разного размера и диаметра, что позволяет с легкостью наносить круги на воде разных размеров. Далее у нас входит краска основных цветов, сгуститель для воды и лоток, куда помещается сам раствор. И сейчас я вам покажу, как использовать эту технику на практике. Итак, сейчас, уважаемые зрители, мы будем переносить изображение не только на, как мы предыдущие с вами рисунки сделали, на листе бумаги, на ткани, ну и попробуем изобразить на посуде. Есть такая похожая техника рисования, всем, может быть, вам известная, мраморирование. Но в технике мраморирования используются другие материалы, и эти материалы не столь позволяют широко охватить диапазон художественных возможностей именно самой техники. А вот техника эбру позволяет как раз-таки создать очень эффектное изображение. Для этого можно напечатать на гладко стеклянных поверхностях тоже вот уникальный узор, да. Можно использовать вазы, вот такие вот подставки различные, и также использовать какие-то декоративные элементы в виде дерева, там, например, браслеты, бусы, сережки и так далее. Ну, сейчас вот вам продемонстрирую, да. Опять же, мы наносим с вами красочное изображение на поверхность раствора. Затем проводим шилом, чтоб у нас получился узор. Итак, мы сейчас с вами перенесем рисунок, который я уже заранее подготовил на растворе. Создал вот такой вот уникальный узор на воде. И обязательно нужно одеть перчатки. И мы берем в руки изделия и как бы круговым таким движением проводим на изображением. И вот у нас изображение отпечатывается на поверхности
самой вазы. Смотрите, вот это у нас высыхает и можно оставить, допустим, в интерьер. Кисточки, карандаши и так далее. Приглашаем всех желающих, маленьких детей, взрослых. Приходите вместе, попробуйте изобразить удивительный рисунок в технике эбру. И получить огромное удовольствие и массу положительных эмоций.